каждый пытается выставить свою картинку мира за более правильную. Вот. Следующий тип отношений, которые в данном коллективе сложились в этой малой группе, это отношения между БМ-менеджером и ГМ-менеджером, соответственно, ГБМ и Гексли. Это одни, наверное, из самых благоприятных отношений, которые есть в соционическом анализе. Это дуальные отношения, это отношения полного дополнения, когда человек остается, наверное, самим собой, ведет и воспринимает другого таким, как он есть. Очень продуктивные, очень энергетически насыщенные. Человек даже не понимает, как все хорошо складывается. То есть они никогда не вызывают нареканий. В данном случае сотрудник опирался на сотрудник Светланы опиралась всегда на как на защиту, наверное, на этого своего сослуживца. Вот. Следующий тип отношений, которые сложились в этой группе, это, наверное, те отношения, которые и будут камнем преткновения. Эти отношения в соционике называются отношением ревизии или отношением социального контроля. В данном случае вот человек, который ко мне обратился, это Светлана с типом ГБМ, состояла в ревизных отношениях с БМ-менеджером с психотипом Юго. Это тоже асимметричные отношения, которые представляют из себя отношения ревизора, в данном случае Юго, и БМ-менеджера Габена, подревизного. Здесь всегда ревизору есть о чем спросить, есть всегда какая-то претензия к своему подревизному. И наоборот, ревизор всегда очень значим для, своего, для подревизного, в данном случае для Габена. То есть Габен, как сотрудник, который недавно появилась в этом коллективе, прислушивалась всегда к мнению Бюго, потому что этот сотрудник работал более длительный период на этом месте, и воспринимала очень хорошо передачу этой информации. Пусть как передавалось, так и передавалось. Но в данном случае мы наблюдаем, что отношения ревизии складывались и между руководителем, и менеджером Юго. То есть менеджер Юго находился у нас и находится между таких двух, наверное, между молотом и наковальней. В данном случае в паре Юго и Есенин руководитель Есенин является ревизором, то есть человеком более значимым для Юго. Но для социальной роли в данном коллективе как раз-таки руководитель всегда значим для подчиненного сотрудника. Поэтому эти отношения Юго воспринимала как нормальные отношения. То есть руководитель должен быть значимым, руководитель должен за что-то контролировать, руководитель должен делать какие-то замечания. А вот между двумя равноценными менеджерами Б и В, Кабеном и Юго, эти отношения накалялись и представляли собой как раз-таки ту угрозу, которая реализовалась в последующем желании уволиться. Вот как Светлана говорит об этих отношениях. Чувствовалась атмосфера неприятия, не было желания говорить и общаться. Я не ожидала оказаться на период адаптации без поддержки и совсем не давались алгоритмы работы. Ощущалось эмоциональное воздействие в каждой фразе. Вот здесь как раз-таки есть очень хорошие слова Аушера Августина Вичути. Здесь она описывает эти отношения, что четвертый пункт, когда ревизор рядом, от него хочется убежать, и тем быстрее, и дальше, чем он становится ближе. То есть в этой малой группе, в этом отделе аренды, убежать – это значит равно написать заявление об увольнении. И вот так и поступила Светлана. То есть вот соционика предполагает, а на практике мы наблюдаем, что эти отношения как раз-таки вот в это и вливаются. Вот пятый пункт. Продолжительный контакт рождает чувство резкого дискомфорта, настоящий стресс,
Поэтому ревизора побаиваются и стремятся избежать взаимодействия с ним. Вот поэтому, потому что ревизор никогда не позволяет быть по-древизному умнее себя. И все-таки вот насколько хватило нашего сотрудника, сотрудника Б, хватило этого человека на полгода. Вот, возвращаясь к консультации, которую я проводила для Светланы, я вот так же, как и сейчас для вас, я рассказывала ей те моменты, которые происходят у них в этой малой группе. И Светлана подтверждала, да, действительно, каждый раз отношения например, дуальности, она говорила, да, у меня с этим менеджером, с Г-менеджером складываются достаточно теплые отношения. Отношения с руководителем, да, взаимного уважения. И в настоящий момент эти отношения такие же, потому что руководитель всегда ссылается на то, что найдите мне такого же сотрудника, как менеджер Б. И отношения ревизии, как они описываются в соционике, так они и проявили себя в жизни. К чему мы пришли? К чему мы пришли, когда были выданы Светлане определенные рекомендации? Дело в том, что задача усложнялась тем, что у нас во многих рекомендациях для тех, кто состоит в таких ревизных отношениях, рекомендуют уйти из кабинета, например, да, или разойтись по разным кабинетам, может быть, как-то изменить графики работы. А вот в условиях наших такой возможности не было. Сотрудники должны были находиться 8-часовой рабочий день на рабочем месте, и кабинет был достаточно тесным. Столы стояли рядом друг с другом. Поэтому здесь мне нужно было, используя только один доказательный метод соционики, сначала рассказать о типе Габен этому человеку, Светлане. Затем рассказать его визави в ревизных отношениях о типе Гюго. Я рассказала о том, какова сильная сторона Габена, какова его самая маломерная функция. Да, у Габена маломерная функция, напоминаю, это этика эмоций. Я рассказала о типе Гюго с акцентом на то, какая базовая функция является у Гюго, возвращаясь вот к этому. Да, вы видите, что базовая функция Гюго – это этика эмоций. И когда Гюго находилась под достаточно ощутимым психологическим прессингом от руководителя, она начинала как бы в пространство выдавать свои, может быть, какие-то возмущения, которые и выдавала это по четырехмерной базовой функции этики эмоций. И, естественно, маломерная функция Габена, даже если это не было эмоциональное вот это воздействие, направленное конкретно Габену, она воспринимала это как свое некомфортное пребывание в этом отделе. Что еще я рассказала Светлане? Я рассказала о том, что опираясь на сильные стороны ее тима, можно достичь определенных результатов. То есть она стала более уверена в своих сильных сторонах, в своей базовой функции, в своей деловой логике, которая у Габена является творческой. Я рассказала о том, как взаимодействовать с типом Гюго, что дать возможности быть человеку естественным в своем проявлении. Вот. И, конечно же, после этой консультации Светлана, ну, наверное, как-то резко поменяла свое мнение, и действительно, она буквально, выйдя из моего кабинета, она забрала из отдела кадров заявление об увольнении и осталась работать. В настоящий момент Светлана трудится, да? Менеджер Г, сама жизнь, наверное, разрулила эту ситуацию так, что менеджер Г сейчас является счастливой мамой. И обстановка в отделе, конечно же, поменялась с уходом Светланы, с уходом, извините, менеджера Г. А менеджер Светланы до сих пор работает и является
очень эффективным сотрудником и сотрудник, который является, наверное, сейчас таким мерилом, по которому руководитель нам описывает сотрудников, которые ему нужны в этом отделе. Что, какие задачи решились по итогам этой консультации и по итогам этого и этой работы? Были определены типы информационного метаболизма сотрудников отдела, определены их соответствие функциональным обязанностям, построена структура интертипных отношений отдела, была выявлена причина проблем во взаимодействии и доведены до сведения сотрудника. Вот эти результаты оказались необходимыми и достаточными для принятия решения не увольняться, а остаться работать в отделе. Мы достигли тот результат, что по настоящее время сотрудник работает в отделе, не чувствует дискомфорта в общении, повысил общую эффективность в работе, успешен и является ярким приверженцем соционической теории, потому что на, так сказать, создание модели отношений отдела плавно перетекли у нас в создание модели семьи Светланы, и ей также были даны определенные рекомендации. И что же мне хотелось вот сказать в конце, что методы соционики, они действительно эффективны, позволяют четко и конкретно выявить проблему и предложить варианты решения. Так что я даже настаиваю на том, чтобы распространение методов соционики в отделах персонала стало просто-напросто как вот достаточно стандартным таким методом, вот, потому что это действительно очень эффективный метод. На этом все. Спасибо за внимание. Да, всего доброго.